Привет всем, друзья! В этом видео расскажу, как сделать своими руками из алюминиевой банки от пива простейший флюгер, ветряк, отпугиватель птиц. За основу самоделки взял алюминиевую банку от пива объемом 0,5 литров. Ровно в центре банки нужно поставить точку. По отмеченной точке просверлить отверстие. Теперь понадобится небольшой кусочек трубочки. Я отрежу с куркового распылителя. Отрезанную трубочку в отверстие нужно вставить. Она должна войти в натяжку. Верхнюю часть банки надо отрезать. Банку нужно сдавить и по изгибам до дна сделать прорези. То же самое надо сделать с противоположной стороны. Полученные лепестки необходимо порезать на глаз пополам. Все лепестки нужно выгнуть в обратную сторону. Каждый лепесток необходимо согнуть в одну сторону. Таким образом вы придадите аэродинамический угол. Вокруг трубочки надо нанести суперклей. Клей содой засыпать. Клей от соды станет как камень и трубочку к ветряку надежно приклеит. Лишнюю соду можно сдуть. Длинный кусочек трубочки надо отрезать. Теперь понадобится проволока, на нее ветряк надо нанизать. Проволоку надо согнуть змейкой. Пассатижами кончик проволоки загнуть, как показано на видео. Ветряк на арматуру примотать изолентой. Арматуру с ветряком необходимо воткнуть в землю. Ждать долго не пришлось, он сразу начал свою работу. Длинными сияющими лопастями ветряк наполняет солнечными зайчиками участок. Тем временем распугивая птиц. И вообще это красиво. Кому такая хитрость идеи для самоделки была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи и добра!